Здравствуйте! Сегодня Игровед расскажет вам о головоломке «Сырные мышки». Как известно, мышата очень любят сыр. А еще больше, они любят фотографироваться на фоне сыра, весело улыбаясь фотографу. Одна незадача. Хвостатые гурманы настолько любят свое лакомство, что ни под каким предлогом не покидают его, даже для фотосессии. Внутри коробки с улыбающимися мышатами на крышке, под пластиковым органайзером находятся компоненты головоломки. В состав головоломки входит 5 одинарных сырных кубиков и 2 двойных. Обратите внимание, в кубиках притаились цветные мышата. С одной стороны мы видим их мордочки, а с другой их хвостик. В двойном кубике притаился только один мышонок. Все кубики выполнены из пластика. Круглое игровое поле разделено на квадраты. На вершинах квадратов находятся сферы, которые позволяют фиксировать и с удобством перекатывать сырный кубик. В буклете вы найдете 50 заданий различного уровня сложности. В конце книжки приведены решения на все задачи. Красивые мешочки удобно хранить и перевозить головоломку. Возьмите с собой мышат на пляж или на дачу. В буклете представлен вид сверху на игровое поле. В каждом задании указывается количество и тип кубиков, которые нам необходимы. Цветные точки указывают на цвет мышонка в данном кубике. В каждом задании также указывается количество ходов, за которые необходимо решить данное задание. Например, второе задание. Нам необходим один кубик с красным мышонком и двойной кубик с белым. Задание необходимо решить за 4 хода. Кубики сыра размещаются на игровом поле таким образом, чтобы мышата находились хвостиками вверх. Как вы помните, в задании указано количество ходов, которые игрок должен затратить для решения данной головоломки. Цель нашего задания – разместить кубики таким образом, чтобы мышата смотрели мордочкой вверх. Итак, нам дано 4 хода. 1, 2, 3, 4. Мышки смотрят на нас, задание выполнено. Обратите внимание, кубики нельзя отрывать от поверхности, их нужно именно перекатывать. Но не думайте, что все будет так просто. Перед вами 50-е задание, которое необходимо решить за 50 ходов. Это настоящий вызов вашей логике и пространственному мышлению. Сырные мышки – интересная и очень красивая головоломка, которая развивает пространственное мышление. Задачи будут интересны как детям, так и взрослым. А кубики с мышатами, конечно же, вызовут у вас улыбку. Развивайтесь сами и развивайте своих детей, и в этом вам помогут головоломки.